уже нескольких неплохих, симпатичных атак провели желтые. И вновь демонстрируют свое умение обращаться с мячом. Чиквеза. Стеночка прошла, как красиво, и пробить! Ой, какой гол, какая комбинация, ну просто... Ну тут и Чиквези хорош, посмотрите. И вот эта стеночка проходит, и Морено в ней участвует, и обратная передача от Парехи. Вновь он с мячом, это просто выход 1-1, и исполняет с олимпийским спокойствием. Вот защитники выглядят растерянными, здесь одной передачей отыгран, ну так, выскакивший навстречу Тригерусу. Мамаду Диае, мяч ему в домик пролетел. Подача. Вот здесь борьба может завязаться. И удар по воротам голевой. Ну просто из ничего сейчас вот этот гол футболиста Малавеса. С помощью этого гола они возвращаются в игру. Ну вот как же здесь, да, не доработали. Выиграв у Райо Валекано и у Реала Сосьедад в прошлом туре. Ой, какая ошибка! Ну вот это привоз, друзья. Вот этот рождественский какой-то новогодний подарок для Алавеса со стороны Вильяреала. Вратарь вышел за пределы штрафной. Ну как, какое-то затмение произошло, да, с футболистом в желтой футболке. Потаскать может тоже. 2-2. 76-я минута. Вот чистый выход. 1-1. Надо решать, надо забивать. Точно. Дубль. В исполнении была идея к воротам. Но рукой забивать нельзя, поэтому это не вне игры. И пас хороший. Очень хороший, удобный. Альберто Морено делает точную передачу. Педраса. Он штрафной. Он отрабатывает эпизод до конца. И надо забить. Все. И надо, я думаю, уже, как говорится, приговорить соперника. Я разогнал атаку на Альберто Морено, потом передача последовала. Педраса поддерживает атаку. И... Пино. Прострел. И есть пятый гол. И забивает его Морено. Атака Вильяреала. Оп. Пино. Каблучком. Пяточкой. И Педраса успевает мяч доставить в ту зону, где сразу два. Но затем развалились, рассыпались и стали получать один мяч за другим в свои ворота. И крупно проигрывает один из аутсайдеров нынешнего сезона на арене «Керамика Эль Мадригал».